Говорят, что мастера, создавая крест, увековечивают жизнь человека, который его заказал. А само ремесло по изготовлению крестов увековечило жизнь и культуру всей Литвы. С древних времен литовцы устанавливали кресты почти везде. Люди верили, что кресты в усадьбах защищали хозяев от несчастий. Придорожные кресты указывали странникам путь. Наиболее красивые места в лесу также украшались крестами. Символ креста также стал знаком богатого урожая в поле, а крестами, установленными в деревнях, отмечали границы деревень. Годы оккупации литовцы тайно ставили кресты в костельных дворах. Действительно, символ креста сопровождает литовцев и в радостные, и в скорбные минуты жизни. Кресты, украшенные мотивами небесных светил и растений, устанавливались, чтобы ознаменовать важные события, а также попросить небесных чудес. Некоторые литовцы до сих пор считают, что обетованные кресты обладают магической силой. И для того, чтобы желания сбылись, рядом с таким крестом нужно оставить букет цветов. В 2008 году изготовление крестов и их символика в Литве были включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.